Шокирующий случай произошел в Междуреченске. Из детского сада сбежал малыш. Трехлетнего мальчика на дороге заметила женщина. Чем закончилась эта история, знает Анастасия Рудакова. То есть я остановилась, когда увидела, что здесь, вот, собственно, на выходе из двора он попытался зайти на дорогу, на проезжую часть. Вот. И перебежал он туда как раз вот в тот заезд в парковку. Ольга Бурмистрова была шокирована увиденным. Полдень, малыш, дорога, опасность. Сразу заподозрила неладное. Спасибо материнскому инстинкту. Женщина остановила ребенка. Кстати, сама воспитывает трехгодовалого мальчика. Путешествие малыша было недолгим. Откуда же он взялся? Почему без взрослых? Позже выяснилось, покинул детский сад и, видимо, отправился на поиски мамы. Где-то мама поблизости, мы осматривались, маму искали. Вот он, я говорю, мама где-то здесь работает рядом. Он мне кивнул головой и потащил меня, собственно, в ту сторону. Я поняла, что мамы никакой поблизости нет. Я его остановила и спросила, ты, может быть, был в садике? Он мне кивнул головой, я говорю, пойдем обратно в садик. Получилось мне его заманить в автостанцию, чтобы хоть как-то в закрытом помещении, чтобы перестать двигаться, чтобы остановиться и ждать там полицию. Как отметило руководство детского сада, воспитатель отвлеклась всего на несколько минут, и мальчик вышел за калитку. Такое оправдание полицию не устроило. В отношении должностных лиц будет направлено представление для того, чтобы привлекли к дисциплинарной ответственности. Естественно, что действия воспитателей, да, действия сотрудников этого детского сада были неправильными, неверными. В связи с чем? С тем, что когда они обнаружили, что ребеночка нет, да, должен был звонок нам, в дежурную часть. В полиции рассказывают, случай не первый. А дети, особенно малолетние, категория отдельная. Искать их сложно. И любая помощь неравнодушных – ценность. В последнем случае гражданская оппозиция, скажем так, радует, да, остались неравнодушными те, кто позвонил, обратился к нам в полицию. То есть нашли ребенка, взяли его за ручку, никуда не увели, не отпустили, позвонили к нам в полицию, дождались сотрудников. Сейчас с мальчиком все хорошо. Его родители, к слову, претензий к дошкольному учреждению не имеют. Зато воспитатели после случая, надеемся, будут бдительнее. Анастасия Рудакова, Екатерина Борисова, новости «Мой Междуреченск».